как-то отвлекся на это. И мы нет, не на мы. Забыл, какой-то новенький. Сейчас вы колеса видишь, гладкие, слики. Сейчас ливень будет, а не смогут ездить. Ты уже большой.
Получается. Робин Принц, Даниэль Рикардо и Виталий Петров, все они покажут действие. Настоящие машины Формулы-1 докажут, что действительно трасса Moscow Raceway может принимать, способна принимать нет, в себя это автомобили Формулы-1. Она сертифицирована Формулы-1. Ну и вот Робин Принц сегодня становится первым мальчиком, который выводит в течение сегодняшнего дня этого первенства. А с учетом того, что в этом году по формуле Renault 3.5 подобрался, пожалуй, самый сильный состав участников за всю историю этого чемпионата. И вот это право, вероятные эмоции от пилотирования машины Формулы-1, ну и плюс ко всему прочему. Стартует бывший пилот Формулы-1, бразильский ветеран Роберто Морено, замедляется на траке и Рено-Бигантропия. Борьба за первый поворот сейчас, за лидерство на этих важных первых метрах дистанции. Вот, по крайней мере, это вторая гонка для Роберто Морено. Продолжается уже больше. Он сейчас готовится вместе с остальными участниками завершить первый круг дистанции. Но на подходе к первому повороту здесь Стефано Камини идет в контратаку. Кроме того, Роберто Морено немножко... Но обратная отдача с гонки. Уже завершен. Альберт Коста из Испании продолжает идти. Пронесся по главной прямой и отправился на финальный круг дистанции. Что ж, всего лишь 4 километра Альберта Косту отделяют от возможного финиша, но все не так просто для испанца. У него была ошибка в конце предпоследнего круга. Альберт Коста по повороту трассы. Альберт Коста, пилот команды Орегон. В традиционных цветах этой конюшни, да, напоминает попугая, но вот такой дизайн выбрала команда Орегон для выступления в гонках. И сейчас эти цвета снова становятся победными, поскольку Альберт Коста выходит из последнего поворота и первым пересекает финишную черту. Приветствуем победителя первой гонки сегодняшнего дня, второго заезда четвертого этапа Еврокубка Renault Megane Trophy. Испанский пилот Альберт Коста стартовал с полпозиции. Лидировал практически всю гонку, потеряв первую позицию только на время пит-стопов, но все остальное время он уверенно контролировал ход этого заезда на первом месте. И Полонавио, второй заезд подкаст, второй день. Да, и детали подсчета, на этот раз он поднимется на вторую ступень подиума. Шотборд на третьем месте, там борьба буквально под финишным флагом между Кранелем и Жаландони. Итальянец атаковал голландца, но Том Кранель не сдался и в итоге свою четвертую позицию отстоял. Первую шестерку замыкает Кевин Стукс. Роберто Морено близится к финишу на седьмой позиции, однако, судя по всему, пропустил он на последнем круге Межиньяка. Межиньяк обогнал Роберто Морено, у которого проблемы. Он очень медленно сейчас едет по прямой возвращения. Явно какие-то технические проблемы на машине
бразильского ветерана, и на последнем самом круге он теряет одно место. Межиньяк финиширует в итоге на 7-м месте и одерживает победу в ветеранском зачете. Жан-Шарль Межиньяк на 1-м месте в зачете джентльмен-драйверов. Звучала Марсельеза в честь победителя Жана-Шарля Межиньяка. Исполнительный консультант трассы Moscow Raceway Ханс-Йорг Фишер вручает... Дамы на передней трибуне прям. Вон тут эти пончики крутят. Нет, ты чё, тут безопасность такая, сетка, и мы не на первом ряду, чуть повыше. Вот это, короче, Меган Трофи посмотрели уже серию, сейчас скоро будет открытие трассы, потом двушка Формула Рено и мировая серия, и картинг. Да, очень много народу, ну не полные трибуны, но очень много народу. Ну трасса сама по себе большая, поэтому места всем хватает. Пока. Уважаемые друзья, в первую очередь разрешите вас поприветствовать от лица губернатора Московской области Сергея Кожугетовича Шойгу. Глава Подмосковья выразил уверенность, что соревнования пройдут на должном профессиональном уровне, а все зрители получат максимальное удовольствие от дальнего события. Я как министр спорта Московской области могу заверить всех собравшихся, что Министерство Московской области будет способствовать развитию автоспорта Подмосковья и России. А также хочу лично поблагодарить инициатора и спонсора данного грандиозного проекта, проекта, который впервые осуществлен на территории Российской Федерации, Рустема Телегулова, и поблагодарить его, что он именно выбрал Московскую область для реализации своего проекта. Удачного просмотра, надеемся, что первый блин не будет комом. Спасибо. Ну что ж, большое спасибо за эти приятные слова. Действительно, большое событие. Исторически открывается целая новая эпоха с открытием такой трассы мирового уровня в России. Не просто в России, в Московской области, на территории Волоколамского района. И следующее слово предоставляется как раз главе Волоколамского района Вячеславу Николаевичу Карабанову. Дорогие друзья, мы сегодня присутствуем при историческом событии. Событие, которое запомнится, конечно же, России, Подмосковью, нашему району на долгие годы. Мир автоспорта получил объект, на котором можно тренироваться, проводить соревнования, делать все для того, чтобы спорт в нашей стране вышел совершенно на новый уровень. Я несказанно рад, что этот объект расположен на территории нашего района. Я искренне выражаю и удовлетворение, и благодарность инициатору проекта. Конечно же, Герману Тилке, что он такой грандиозный объект создал. Конечно же, поздравляю всех и любителей автоспорта, и спортсменов, которые будут наслаждаться и получать удовольствие на этой трассе. Всех с праздником! Ура! Совершенно верно, Вячеслав Николаевич Карабанов, это действительно большой спортивный праздник, и не просто спортивный праздник, это большой праздник, и особенно, конечно же, для Волоколамского района, где находится трасса Moscow Raceway. Ну а следующее слово на церемонии открытия мы предоставляем заместителю министра внутренних дел по безопасности на транспорте, президенту Российской Федерации Автомобильной Федерации Виктору Николаевичу Кирьянову.
Дорогие друзья, от лица Федерации автомобильного спорта, от всех спортсменов, от всех, кто любит спорт, поздравляю с этим историческим событием всех нас. Действительно, мы долго ждали этого события, долго ждали, когда в России появится трасса мирового масштаба, где мы увидим увлекательное зрелище и получим удовольствие. Мы увидим тех спортсменов, знаменитых, мировых, которые видели только по телевизору. И, конечно, хотелось бы Рустем, как всегда, в работе, в делах, ему большое, огромное спасибо за то, что он сделал, за его целеустремленность, за его победу вместе со своей командой. Спасибо вам большое. И я с большим удовольствием вручаю трассе лицензию, которую подписал Жан Тот, президент Международной автомобильной федерации. Ну, естественно, этот проект не мог бы существовать без замечательного архитекторного бюро Германа Тирке, который и спроектировал эту трассу. И сейчас мы предоставляем слово Герману Тирке. Герман, some words about this project. Ladies and gentlemen, dear race fans. Now, after 2 years construction time and after a movement of 1.2 million cubic meter of soil and laying 100,000 square meter of asphalt layer and construction of 10,000 square meter of buildings, we are here to open this fantastic world-class international raceway, the Moscow Raceway. Дорогие дамы и господа, дорогие фанаты гонок, сегодня после 2 лет строительства, переместив больше 2 миллионов кубических метров почвы, положив больше 100 тысяч квадратных метров асфальтового полотна, построив больше 10 тысяч квадратных метров зданий, мы собрались здесь, чтобы открыть эту фантастическую трассу международного уровня Moscow Raceway. It was a great effort, and therefore I would like to thank all the involved bodies, which are including mainly but not limited, the Volokolamsky district, Mr. Karavanov, on his head. Thank you very much for your outstanding help. И сегодня хотелось бы поблагодарить всех тех, кто были вовлечены в это строительство, не ограничиваясь, но особенно именуя главу Волоколамского муниципального района Вячеслава Николаевича Карабанова. Thank you to Russian Automobile Federation, led by Mr. Kiryanov. Огромное спасибо президенту Российской автомобильной федерации Виктору Николаевичу Кирьянову. But also the investor, Rustem Tarigulov, and his very, very good and outstanding team of Moscow Raceway. Инвестора Рустема Тарегулова и его команду проекта Moscow Raceway. Пробился на
седьмое место Серёгин 14-й. Жуль Пинки после своих проблем только года сворачивает на пятый. А тут подробнее. Они решили остановиться раньше. Это даст им определенные... На пицце не очень.